Друзья, а теперь внимание! Очень важная информация для всех подписчиков канала ТОП Обзор и для всех слушателей Димаша Кудайбергена. Как вы знаете, скорее всего, в нашей стране YouTube заблокируют уже к концу этого месяца. Поэтому наш канал, скорее всего, уйдет в заморозку, и на нем не будут выходить ролики какое-то очень продолжительное время. Поэтому для вашего удобства мы создали новые группы ВКонтакте и Телеграме. Они также называются ТОП Обзор. Там есть все наши ролики с Ютуба, и теперь все новые выпуски о Димаше мы будем публиковать ВКонтакте и Телеграме. Это даже удобнее, чем на Ютубе. И я, как автор топ-обзор, очень надеюсь на то, что вы подпишетесь на наши новые группы по ссылкам в описании и продолжите дальше вместе с нами следить за жизнью и творчеством Димаша Кудайбергена. Помимо наших роликов в данных группах будет выходить самая свежая информация и фотографии о Димаше. Поэтому прямо сейчас остановите это видео, спуститесь вниз в описании к ролику, перейдите по ссылке ВКонтакте и подпишитесь на группу. Потом также перейдите по ссылке на Телеграм и также подпишитесь на него. Нас там легко найти по названию ТОП-обзор. Блокировка Ютуба в нашей стране может произойти в любой момент, поэтому подпишитесь прямо сейчас. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами. До встречи в новых выпусках. Да, хорошо, я немножко нервничаю, не буду врать. Я получил запрос на Patreon от Клементины, и она сказала мне, что это лучший певец в мире. Ты знаешь, мне нужно немного времени, чтобы как певец определить количество вещей, которыми можно назвать лучшими в мире, о которых ты говоришь. Этот парень лучший в мире, его зовут Диос. Так, подождите, извините, я не могу выговорить его имя. Димаш Кудайберген. Так, ладно. Песня называется SOS, у нее 23 миллиона просмотров, так что он должен что-то сделать. Я не знаю, но мы собираемся это проверить. Да? Так, я чувствую, что мне следует испугаться, как будто бы, но я не дурак. Так, давайте начнем. Так, хорошо, Димаш. Так, цифровое шоу, SOS. Песня землянина. Посмотрим. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Oh. Voici le SOS. Tant d'ayant en détresse. Huh? О, да, подождите, так, брат, подожди. Так, вы должны дать мне немножко времени, я должен поставить этому лайк. Черт возьми, дайте мне немножко времени, мне нужно обдумать это грустное пение, которое происходит прямо сейчас, этот глубокий голос, черт возьми. Ого, ничего себе. Ух ты, это эхо, оно просто... Боже ты мой, ладно, его диапазон просто невероятный. Ох, это правда что-то с чем-то, друзья. Я хочу услышать, что же будет дальше. Это настоящий талант, друзья. Откуда вы вообще знаете, кто этот парень? Ничего себе. О, боже ты мой! Oh,
Что, черт возьми, происходит? Он должен быть каким-то злодеем в фильме или что-то в этом роде. Ты, вы слышите, какой у него глубокий голос? Кто может иметь такой голос? Это злодей из мультика. Он не может делать случайные глубокие голосовые реплики. О нет, так, это просто огонь. О, боже ты мой. Боже ты мой, что вообще? Успокойся, хватит. Он хорошо справляется. Смотрите, он стоит на коленях. Как это вообще? О, боже ты мой. Как ты так поешь, когда стоишь на коленях лицом вниз? Я вообще не понимаю, кто, откуда он? Он лучший в мире? Ох, я такого еще не видел. Что я еще должен сказать? Это огонь, просто огонь. Я не могу подобрать слов. Я не хочу врать, я не слышал чего-то подобного, понимаете? Я не слышал о том, что люди называют его лучшим певцом в мире и так далее. И в списке моих любимых певцов несколько певцов, понимаете? И я узнал о нем только что, друзья. И я сначала думал, что это какая-то шутка, что люди об этом пишут, что он должен петь. Вообще человек должен петь, смотря вперед, а не вниз. И как можно вытягивать в такой позе вокал? Я этого вообще не понимаю. Своего тела, он тянет, это тянет, и оно льется, и я не знаю, как он это делает. И люди пишут, что он из Казахстана. Так, я правильно говорю или нет? Казахстан. Так, певец из Казахстана, он получил университетское образование в области классической музыки и современной музыки и известен своим исключительно широким вокальным диапазоном. Он исполнял песни на 12 языках. Офигеть просто. Я говорю, он должен быть суперзлодеем с таким голосом. Друзья, конечно же, мы ждем ваше мнение в комментариях под этим видео. Напишите, понравилась ли вам эта реакция и перевод или нет. Но самое главное, чтобы оставаться с нами и продолжать смотреть наши новые видео, вам нужно прямо сейчас подписаться на топ-обзор ВКонтакте и Телеграме. Мы сделали все для того, чтобы вам было удобно за нами наблюдать, и теперь вы будете получать намного больше информации и роликов о нашем любимом исполнителе. Пожалуйста, оставайтесь с нами. До скорых встреч в новых выпусках, но уже только ВКонтакте и Телеграме. Мы вас очень ждем.